Здравствуйте, мои любимые зрители и подписчики! Это видео я сделала по вашим заявкам. Многие из вас хотели побольше узнать об Ибрагиме Паше, о том, как сложилась судьба его детей и какие отношения в действительности были между ним и Хюрем Султан. В этом видео я отвечу на все ваши вопросы. Итак, давайте начнем! Сейчас я вам все поясню. Итак, давайте же выясним, откуда вообще появилось мнение, что Ибрагим Паша был женат не на ком-то, а именно на Хатидже Султан. Такой размах свадьбы натолкнул историков на мысль о том, что женой Ибрагима Паши стала не какая-то обычная женщина, а сестра самого Сулеймана.
Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ведь новые видео я буду выпускать постоянно. Все обновления с канала я также выкладываю в нашем с вами паблике ВКонтакте. Ссылочку оставлю здесь и в описании. Не забывайте вступить и туда, чтобы раньше всех узнавать новости. Увидимся с вами в следующих новых видео. Пока-пока!